Всем привет, продолжаем играть в Mount & Blade. Сейчас мы с вами находимся в нашем замке. В одном из наших замков. Я смотрю, кого тут можно забрать, кого можно оставить. И, в принципе, тут и забирать-то некого. Поэтому на данный момент мы скинем просто вот этих идиотов сюда. Пускай тут сидят. У нас три человека поднялись по уровням, нужно их разбросать. Ай, на Эмерин напали. Ну давайте посмотрим, кто у нас там такой дерзкий. Так, таверна. Кто он? Бундук. Наемный арбалетчик. Давайте. А, еда. Еду мы забрали. Где-то тут прям война такая. Не вижу просто где. Не знаю где, но где-то прям рядом такая. Суровая война, войнушка. Гарнизон. Сестра меча. Наемные арбалетчики. Таверня, кто у нас тут? О, Эмира. Знакомая баба. Наемный мечник. А, я помню тебя. Я ж тебя... Думаю, вместо того, чтобы турнир лучше воевать, как и раньше. Вилука вообще сейчас под чужим. Иди нафиг. Бесишь. Вот эти перебежчики, которые... 7 пятниц на неделю задолбали. Так, 61 человек. Ну, уже лучше, чем ничего. Сохраняемся. Смотрим на карту. Ичамур. Хальмар. Давайте к Ичамуру съездим. Я хочу посмотреть, что там за город, кто там есть, что там есть и все остальное. Всадник Хиргит 64, Шайтан Хиргит 110, Воин Хиргит 2, Стрелок Хиргит 10, Конный Лучник Хиргит Ветеран 81. А мне даже интересно, я попробую, я честно попробую его сейчас захватить. Вряд ли у меня, конечно, получится, у меня слишком мало сил, но прям хочется, знаете, хочется. У них тут очень хорошее войско, на самом деле. У меня, скорее всего, ни черта не получится. Меня сейчас просто развалят и все. Но хочется попробовать, так сказать. А вдруг? Так. Ладно, копью покачаю. Минус один у меня. И меня сейчас скинут мои же. Придурки. Дальше, дальше, дальше. Шайтанки гиды пошли. Дайте выйти, дайте выйти, дайте выйти. Выйти, выйти, выйти. Еще чуть-чуть. Вот так. А то станут всякие. Людям думать мешают. Что-то хиргиты не очень держатся против моих. Хотя хиргиты это все-таки более-менее легкая конница. С учетом моих тяжелых. Так, ну меня опять зажали.
Дай выйти, дай выйти, дай выйти. Еще? Пропускайте ко мне по одному, я буду их тут гасить. Клейти перешла на 21 уровень. Неплохо, неплохо, очень неплохо. Интересно. Красивое солнце. Красивый город. Горит немножко, но это такое. Где... Все мы не без изъянов, да? Сранит, мамлук убит. Плохо. Плохо то, что у них еще бегут. Не прекращается прям поток. Да, все-таки у лестниц есть пара преимуществ по сравнению с тем же башнями осадными. Лестницу набросил, и они побежали, по сути. В то время как осадную башню все-таки нужно катить. Достаточно долго катить. И за это время очень многих расстреливают просто. Так, что у нас там? 3, 112. Такой себе размен, честно говоря. Но у меня вырубили 8 уже. Начали прорываться, ребятки. Моих слишком мало осталось. Чё? Я думал, это деваши. Оказалось, нет. Все. Оказалось слегка легче, чем я думал изначально, честно говоря. Так. Да умришь ты. Дети Сизы Харлоу, блин, задолбали. Не пройти, не проехать. Так, и внутри. Как обычно. А вы хоть знаете, как неудобно внутри с вами сражаться с дебилами-то? Ну ты глянь на него, гля. Дайте ему в голову кто-нибудь. Все. Этот город тоже наш. Фух. Так, забираем крестьянка 2, конный страж 2, тяжелый рекрут Вигир, Вигир, всадник Вигир забираем. Это кто у нас? Степной бандит? Нет. Рыцарь Вигир забираем, всадник Сват забираем, караванчиков, ну давайте заберем, сержант Родок забираем. Этих забираем, снайпер Вигир забираем, стрелок Вигир, ополченец, следопыт. Давайте следопыта возьмем. Вот этих пятерых забираем. Вот этих забираем всех. И вот этого забираем, и всадников забираем парочку.
Так, теперь стрелок, ветеран, погонщик, копейщик, лучник, копейщик сват, арбалетчик радок, пехотинец радок, ополченец, пехотинец вегир. Так, 37. Возьмем. Да, я требую. Я все требую теперь, блин. Мне, правда, нечем перекрыть такое количество ребят. Так. Отдать. Вот этих отдать, вот этого отдать, вот этих отдать, вот этих, вот этого, вот этого, снайпер Вегир, ветеран, сержант Вегир, караванщиков отдать. Кто у нас там еще такой не очень мне нужный, но хотелось бы оставить. А, в принципе, все пока. Давайте шайтановым накидаем. И от этих, и готово. И в таверну. А в таверне у нас кто? Наемные всадники. Забираем. Бродяга, трактирщик, гарнизон. Еще и наемных всадников сюда докидываем. Готово. Турнир меня не интересует, а вот торговая площадь, да. Продать тухлую цыпленка. Купить виноград, капусту. Нормально. От Ада Кулун, где аж находится, понимаете? Да. Примерно вот так вот пока. Сколько тут? 29 человек. А вот, ребятки, нет, вот. Я догоню, мужик. Можешь не пытаться убежать, я догоню. У них пленных много, я сейчас за счет пленных просто наберу себе ребят, набросаю, у меня будет хоть какое-то там защита. На конных ловить это прям не мое. Вот стоячих лошадок бить это мое прям, я прям могу. Прям знаете, так чувствуется сила в руках. Так, все. А, крестьянин 13 человек. Нормально. Крестьянка 9 человек. Нормально. И еще следопыта возьму. 8 степных бандитов. Нормально. А лошадки мне пока не нужны. Крестьянок я пока сдавать сюда не буду. Смысла нет просто. Да и этих, честно говоря, особо нечего сдавать туда. Давайте пока сдадим вот этих, допустим. А потом я их заберу, когда сделаю с них хоть что-то. Таверна. Что в таверне? Никого. А, так, отряд. По отряду у нас есть. Давай покажи, что ты можешь. Вот так. Thank you.
37, 39, 13. А ну-ка. Ты сможешь? Вот. Ну, хоть что-то. Давай. Пообщаемся. Тьфу ты. Готово. Сорок пять, нормально. Клети. Не самое симпатичное создание в моем, так сказать, владении. Так. И Чамур. То есть у них, по сути, осталось Вилука, Суно, Шарит, который мои же провтыкали, Хальмар, Дуркуба, Амират, Барейя. Барейя, я не знаю, как правильно читается, поэтому извините сразу. Вот эти вот ребятки. Давайте мы, наверное, их разобьем и на этом на сегодня закончим. То я себя что-то не очень важно чувствую. Да, мы их разобьем, как раз скинем всех лишних в опочивальне. В смысле, в казармы. А после казарм будет видно. Почему у меня крестьянин на поле воюет? Это вообще адекватно? Что вдруг случилось? Этому жопа, этому жопа. Вот так. Задолбал ездить. Людей бесить. В основном меня, конечно, но... Что у нас там осталось? 8 человек. Осталось это те, кто бегают, не становятся на месте. Сами понимаете, их разбить тяжелее всего, потому что догнать надо. Осталось 4. Мои справляются с этим неплохо достаточно. Они успевают всех найти. Наказать, убить, покарать, все остальное. Один остался. Но он, скорее всего, уже сбежит все-таки. На один уже сбежал. Да, вот, все. Да. 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 Давайте десяток еще степных бандитов возьмем. Будет чем торгануть на досуге, так сказать. Так, ох ты ж, ёж ты ж, мать твою же ж. А, ты как? Вы видите это? Это просто количество ребят огромнейшее. Бери, не хочу, называется. Наемный мечник. Охотницы. 14 стражников. 14 на минутку, блин. 11 маркетанок. 11, мать его. Неважно. Давайте сделаем вот так. Вот так. Мечник. Саранит. 15 стражников скинем сюда.
11 маркетанок пока скинем сюда. Охотница, следопыт тоже сюда отправится. Нет. И еще вот эти ребята сюда же отправятся. Готово. Таверна. Кто? Наемный мечник. Шикарно. Тоже сюда отправляешься. И мы вот сюда поедем резко так. Бегом. Вот они. Хоть кого-нибудь бы поймать из них и все. Вы считаете, что мы поправили просто себе все? Все. Вот. Вот ты. Ох ты ж ты, моя ж ты прелесть. 50 пленных. 50. Извините меня, у меня нету столько народу сейчас свободного, чтобы забрать. Но все равно я должен разбить эту армейку. Шайтан киргитов, блин. Нормально, да? 50 шайтан киргитов бегают по полю, дезертировали они. Скоты. Девять человек осталось. 19. Тут и 9. Смотрю на число раненых и думаю, 9 человек осталось. Нормально, да? Двадцать два. Новоприбывших появилась еще кучка. Но это какие-то не очень киргиты. А, там типа, были и хергиты, и еще какой-то сброд полуволый. А, это разбойники чисто. Решительно решили присоединиться к решительному походу решительных хергитов. Забрали. И еще один. Это даже не забавно, это странно. Ну давайте, сейчас посмотрим, кто там. А, шайтан хельгит какой-то. Ляп. Ну, браво, браво. Молодец, воин. Не убежал, стоял до последнего. Ветеран Вигир, лучник Норд, охотник Норд, копейщик Норд. Почему я забираю этих ребят? Потому что мне нужны именно они для того, чтобы охранять базу. Базу говорю. Ну вы поняли. Тридцать три рубища. Ничего себе. А мне 37, на, давай так сделаем. Это мне не интересно. Ичамур. Да ё-моё, он еще один такой бегает. Твою мать, я уже хотел заканчивать просто на этом. Маркетанки, три стражника, конный намечник. Тьфу, намечник, конный намечник, боже. Еще три стражника, еще шесть следопытов, пехотинец Вигир, пехотинец Норд, охотник Норд, копейщик Норд, лучник Норд, ветеран Вигир, конные стражи, давайте еще спросим. А, нет, вот этот. Все, это последний, потому что надо уже
заканчивать на сегодня. Я хотел закончить еще на двух битвах назад, но затянул с этим. Нужно заканчивать, а то мне действительно что-то не очень хорошо. Да сядь ты обратно, дура. Простите. Не то немного. Голове лошадей, блин, сокращаю. Просто мои проехать не могут. Останавливаются вот. Осталось 14. Но они бегают по всему полю, я за ними бегать не хочу. Ну, во-первых, зачем надо, если у меня куча своих воинов. Вот, осталось 9. 7. 6. 5. 3. 2. Один. Сбежит, скорее всего. Ноль. Да, сбежал. Атаковать. Вторая волна, и все. И после этого я действительно заканчиваю на сегодня, потому что уже не могу. Просто не могу. Так. Сильно светлый фон, сильно бьет по глазам, как бы это ни звучало. Может, немного позже еще буду запись проводить, но сейчас нет. Сейчас точно нет, потому что прям плохо. Ну, убили следующего, убили следующего, пошли. Еще 9 осталось. Ну, они скучковались нормально. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Сбежит, скотина. Или... Не-не, не сбежит, не сбежит, не сбежит. Ага. Сделал глупость, повернул к войску моему. Все. Всех разбили, всех кого могли. Забираем 4 крестьяночки. Ветеранцы. Всадник, вегер. Сорок следопытов. У них в плену было 40 следопытов. 40, мать их. Саранит. Степной бандит давайте добьем.
И, в принципе, на этом мы, наверное, заканчиваем, как я уже ранее говорил, блин, боже, твою мать. Не обращайте внимания, я уже заговариваться начинаю. Так, маркетанка, сестра меча, два стражника, погонщик. Так, гарнизон. Стражников скидываем пока, следопытов всех скидываем пока. Погонщика скидываем, крестьянина нет. Рекрута, копейщика. То этих да. Так, и на этом пока все. В следующей серии мы будем их забирать, по чуть-чуть с собой возить, чтобы больше, всего больше, постоянно больше. На данный момент спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, буду рад вас видеть. Всем пока!